Всем привет! Сегодня расскажу вам про жимолость свою. Какие сорта, не знаю. Когда заехали, они уже здесь были. Вот такие. Были большие деревья, старые. Мы их полностью выпилили. Вот, остались вот такие вот венечки, если видно. Вот. За прошлый год она полностью выросла. Вот, все три мы так делали. Ну, вот этот кустик как бы я формировала, потому что я его оставлю. А вот те два я уберу, мне не нравятся сорта, невкусные. А это тут останется. Вот прошлый год она не плодоносила, просто отрастала ботва, так скажем. Веточки отросли, в этом году она активно цвела у нас. Вот еще доцветает. Вот. Цветочки. Вот, и уже на ней ягоды. Сейчас покажу. Ягод. Ну вот, как бы, я думаю, видно. Вот вся в ягодках, уже плодоносит. Вот такой способ, полностью куст омолодили. А так я себе купила там, сорт Золушка посажу, и еще один сорт мне подружка обещала. А так как бы вот все цветут, на всех ягодки. Вот. Хорошо видно. Все три кустика. Прекрасно омолодились. А были здоровые, вообще невозможно было пройти вдоль дома старые кусты. Ну, такая жимолость. Вот. Эти два мы выкорчиваем. Свекровь хочет забрать себе, поэтому как бы не стали сразу их выдергивать. На их место посадим другие. Сорта, которые нам нравятся. Сладкие, горькие не люблю. Хоть и говорят, что она полезнее. Лучше вкусный, на мой взгляд. Вот. Ну вот, такие кустики. Все, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Приходите еще. Вот. До свидания.